Мы находимся около Малого Минарета и Ханской усыпальницы. Построенный во второй половине 14 века, минарет высотой в 16 метров сохранился до наших дней почти без изменений. Арочный вход в минарет и ориентированная ниша имеют оформление в виде тонкой каменной резьбы. Следы декора сохранились и на верхней обходной галерее, куда идет винтовая каменная лестница в 40 ступеней. К северу от Малого Минарета сохранились руины трех усыпальниц, одна из которых носит название Ханской. Если от Малого Минарета вы пройдете в южном направлении, то сможете выйти к Белой и Черной палатам. Если же вы повернете от Ханской усыпальницы на запад, то окажетесь у Восточной палаты и далее у музея Дом лекаря и ремесленных мастерских.